предприятиям помочь. Во время пандемии многие ульяновцы столкнулись с проблемами трудоустройства и оплаты труда. Одни лишились работы, другие же стали получать мизерные зарплаты. В эпицентре проблем оказались работники общепита и выездного туризма. На сегодняшний день в Ульяновской области зарегистрировано 24 тысячи безработных. Вакансии есть, но люди пока не торопятся выходить на первую попавшуюся должность. Вакансии у нас 14,5 тысяч, и из них, наверное, можно сказать, половина являются пока неактивными. То есть пока в полную меру у нас не заработала экономика, половина вакансий пока не в стадии набора сотрудников. В Ульяновске нашли способ, как помочь работодателям. В правительстве представили комплекс мер по стабилизации рынка труда. Одна из мер – предоставление субсидий на возмещение части затрат на организацию временного трудоустройства работников. На предприятиях организованы общественные работы. В свободные дни сотрудники наводят порядок на территориях своих предприятий. За это работникам заводов и фабрик государство выплачивает по 12 130 рублей. Эти деньги уже получили 800 человек. В программе пока задействованы предприятия «Автосвет» и «Ульяновск-курорт». Это когда предприятие уходит, например, на неполную рабочую неделю, 3-4 дня в неделю работает, а 2-3 дня оставшихся люди работают на покраске, на уборке, на благоустройстве. Они делают красивым и приятным свой завод, свое предприятие. Кроме этого, в службе занятости продолжают начислять выплаты безработным. Те же самые 12 130 рублей. Еще 2000 положены на каждого несовершеннолетнего ребенка. Для тех, кто в течение года не имел официального трудоустройства и не платил налоги, предназначены 4000 рублей. Также семьям можно получить поддержку по линии соцзащиты. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.